face in your face. Всем привет! Это мой второй влог. Первый вышел вчера. Было волнительно. Но вроде все хорошо. Если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Я назвал его переезд в Москву, но о переезде в влоге ничего не сказал. Точнее сказал, но скорее всего я это вырезал, потому что минут 30 я просто убрал болтовни, которые просто не нужно. Из-за того, что еще непривычно вот так вот разговаривать и снимать. Наговорил очень много всего того, что мне показалось не нужно. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, чтобы видео продвинуть. Потому что пока что у меня 3 подписчика, скорее всего. Это моя сестра, моя мама и моя девушка. Но ничего, я опять в патчах. До сих пор верю в то, что мне это поможет. И в рваной футболке, да. Которая светится, как я не знаю что, просто свет странный. Я стою напротив окна и снимаю на фронталку, потому что прошлый влог я старался снимать на заднюю камеру для того, чтобы качество было лучше, но я еще до сих пор не разобрался вообще в этом ютубе, и у меня видео залилось на 360, не знаю, может быть с телефона это в целом так, ну хотя нет, других блогеров же я смотрю, и они тоже некоторые снимают на телефон. Короче, нужно разобраться, как выкладывать в качестве получше. Но из-за того, что снимал на заднюю камеру, и у меня нет штатива, есть непривычки, и у меня получалось очень странный ракурс, но я думаю, вы заметили это. Поэтому я решил не экспериментировать пока что, пока у меня нет штатива, но я планирую его купить. Буду снимать на фронталку, но в целом качество вроде тоже неплохое, если снимать с хорошим светом. Я устроился на работу. Завтра у меня первая смена. Сегодня выходной, я проснулся где-то 11:30, сходил в душ, сейчас планирую позавтракать. Какой у меня сегодня завтрак? Покупные оладьи, киви, банан, кофе и мед. И сегодня встречусь с подругой, погуляем, поболтаем, все такое. На улице 0 градусов, но я вижу снег, короче, я понимаю, что там просто слякоть, вот так грязь, говно, все в перемешку. В идеале мне нужны резиновые сапоги, но довольствуемся тем, что есть. Хотя бы тепло, я надеюсь, что тоже нет ветра, чтобы комфортнее себя чувствовать. Пасмурно, тускло, грустно, но будем разбавлять эту погоду своим настроением. В прошлом влоге я не сказал о том, чтобы вы подписывались на мой инстаграм, ссылку которого я пока не могу прикрепить, потому что мне не дает YouTube. Но надеюсь, в скором времени это все получится. Пока просто пишу ник, поэтому заходите. Начинаем этот день. Надеюсь, что я вообще хоть что-то сниму. И пока мне это все непривычно, я понял, что я буду собирать влог из нескольких дней, потому что какой-то активности такой лютой пока не наблюдается. Надеюсь, что я что-нибудь поснимаю. И потом из этого всего соберу влог. Я уже собрался, такой там лук, надел сегодня жилетку Катину, захотелось как-то, не хочу брать сумку, поэтому возьму шопер, и нужно как раз сейчас заехать и отправить точнее посылочку шитовскую, и потом уже встречусь с подругой, пойдем гулять. Все. Гуляем. Я ничего не снимаю, потому что очень много болтаем. Просто ходим и гуляем, поэтому так вот. Я просто не понимаю, почему он не хочет, типа, вообще ничего не хочет делать. Я уже дошел до дома.
просто добежал из последних сил. Я дома. Я записал уже, блядь, 4 минуты. Но я решил записать на заднюю камеру. Потому что подумал, что дома мало света. Чтобы качество было получше. И что? Я записал вот так вот опять. Снимал распаковку диффузора. Вот такого вот. Очень красивый. Там его подарила Ирина. Ну, с кем я сейчас гулял. Вот, на новоселье. Но она нам заранее скинула вкусы. Мы выбрали, я правда не помню уже какой, но пахнет вкусно, пусть напитывается. Очень красиво выглядит. Ставим его в комнате, он еще такой тяжелый, чтобы сам его не скинул. Сейчас буду кушать, раздеваться и все. Обложку сделаем. Такой вот у меня ужин. Идеально. Всем привет. В общем, я решил сделаться фэшн-блогером и заснять вам обзор. Ладно, на самом деле шучу. Я просто на работе и в свободное время решил поснимать лучики, ну, образы, вот. И решил немножко вам заснять, почему бы и нет. Такой второй лучок у меня получился. Да. Третий образ, я даже не знаю, какой мне нравится больше. Сзади вообще трэш, конечно, потому что это не такая ни бини шапка, я ее просто загнул. Ну, блин, мне нравится. Пишите в комментариях, какой из трех луков вам больше зашел. Все. Забыла, что хотела сказать, тем более ты сейчас еще и камеру не ставила, сейчас забыла обо всем. Мы пришли в дом на выставку. Красота. Спасибо. Пришли на свою голову. Короче, пришли в столовку.
попробуем. Я понял. Я люблю подряды земли. Реально, как что? Да. Ходим, изучаем картины. Всем привет! Я снимаю влог уже не знаю сколько дней. Все что-то по частям. Сейчас мы собираемся, едем в магазин, одеваемся, выходим. Наконец-то на улице еще светло. А то обычно мы выходим, когда уже темно. Мы собрались, поехали в магазин. Мусорка на фоне. Супер. Такая у меня модняшка тут. Солнышко. Наконец-то застали. Зашли в резерв. Наверное, первый раз взял столько вещей. Чтобы домериться. Примерил такой костюм. По-моему, супер. Шапку еще. Да. Блин, мне нравится, реально. Еще взял пуховик такой померить, белый, что опасно. Выглядит тоже прикольно. Такой похожий есть у Ал, но он побольше, еще длиннее вроде. Еще. А, думал, он растягивается. Не, ну вообще тоже прикольно выглядит. Блин, мне куртка тоже нравится. Я, конечно, уже вспотел, как не знаю кто. Еще взял такие кеды. Померить. Тоже понравились, блин. Обычно в таких магазинах вообще никогда не нравится. А тут... удивительно. У меня сегодня случился глобальный шопинг. Вообще мы поехали специально в магазин за ботинками. За конкретными. Они были только... Короче, в моем размере они были только в одном экземпляре, в одном магазине, в который мы ехали почти полтора часа. Но здесь не ботинки, а мои кроссовки. Потому что в ботинки я переодел. Простые ботинки. Я на кровати, да. Больше негде. Простые ботинки, черные, классические. А то мои уже просто с последней силы, им уже года 3-4, наверное. Я еще покупал их в Китае.
Короче, ходил в них вообще зимой и летом всегда. Ботинки топ. И они до сих пор выглядят офигенно, просто начала уже кожа лопаться где-то. А внутри подклад вообще просто трэшем. Вот. Поэтому пришло время. Вчера мы ездили тоже просто гулять и купили Кате ботинки. Тоже черные, классические. Ну, такие прикольные. Вот. Сегодня поехали покупать мне. И заодно получилось так, что зашли в Риа, да, по новому названию, пакеты на старом, и купили вот. Вообще неожиданно, потому что обычно в масс-маркетах я редко что покупаю. Ну, когда-то раньше покупали, потому что масс-маркет был таким, типа, топовым магазином. Сейчас нет. И так, Сэм, нельзя. Мне похуй, до сих пор похуй. И редко очень что мне нравится. Но сегодня шок произошел. И с первого лота, который мне очень сильно понравился, прям вообще я в него влюбился. И я купил пуховик. Пуховик! В феврале, да. Белый. Белый пуховик. Вообще я хотел пуховик еще зимой, ну, в начале зимы. Второй у меня есть один. Я покупал его в прошлом году у нас. Он двусторонний, я носил его по настроению. Вот, и в этом году я хотел новый, но типа не так супер обязательно. Но он у меня короткий и без капюшона, и я понял за зиму, что за прошлую, что мне нужно обязательно с капюшоном, и чтобы жопу закрывало, ну, типа просто по длине такой, ну, оверный, не просто длинный, длинный я не хотел. Вот, и как-то в голове мне это отложилось, но все, что я смотрел, было либо стоило дохера, типа тридцатку, там еще что-то. Но я бы купил, если бы мне прям сильно понравилось, но такого не было. Я хотел черный. Белый, как бы, вообще в мои планы никак не входило, но мне очень сильно понравился, что странно. И он еще был на сейле, и поэтому за 3 косаря я взялся пуховик. Ну, еще как бы целый февраль, да, у нас как бы зима такая, непонятная. Может, даже и март. Но вообще в пуховик я перелез в октябре, уже первый раз, наверное, в своей жизни. В октябре я уже ходил в пуховике, 31 числа, на Новый год. И я купил себе бомбер. Офигенный бомбер, в котором сейчас, в принципе, и хожу с этого 31 числа, не снимая. Хотя он не зимний, он типа до минус 15, но я застал самые лютые холода в ЕКБ, ну, то есть там минус 35 у нас было или сколько, и типа я был в бомбере, и мне было ок. И как бы пуховик я вообще не собирался больше надевать, но я не смог пройти мимо и, короче, купил. Ну, как бы и на следующую зиму, ну и плюс. Пусть будет за 3 косаря вообще, типа, даром. Взял черную шапку, потому что у меня была шапка, но я ее забыл в Качканаре. Ну, можно сказать, что ее больше нет в целом, потому что туда я не скоро планирую вообще, не знаю когда. Вот, ну и она была уже тоже такая старенькая. Но черная шапка очень нужна, потому что пока у меня ее не было, я понял, что без нее тяжело. Хотя у нас дофига шапок, у меня много кепок, но черный нет уже. И я взял черную шапку простую, 200 рублей, знаете ли, стоило 1300, трэш, за 1300 я не взял, это говно. Тут на шапке зеленая хрень, меня вообще раздражает, зачем это клеить? Ну тут 4 стежка, я просто оторву, и будет просто обычная черная шапка. Купил себе костюм, размер XL. Все что, XL, 8, 20, XL, все мне. Вот, взял... такую типа ветровку, тоже на акции, ветровку и штанники с резинкой, и здесь еще замочек, стилечек, чтобы поддерживать какой-нибудь, ну, вдруг захочется. Штаны XL, но они небольшоваты немножко, но они были последними. Я решил, что нужно брать, тут есть резинка и кулиска, я ее захерачу, а ветровка прикольная. Ну, я опять снимаю на заднюю камеру, потому что на переднюю был ужасный свет. Потому что время уже 10 час, мы только приехали. И я подумал, что ладно, надеюсь, я там не вот так, не вот так, не вот так, не вот так, а нормально. Вот, потому что у меня нет до сих пор штатива, еще не дошли до этого руки. Такие покупочки получились. Я рад. Неожиданно. Шок, вообще трэш. Но классно. Я не знаю, как я там снимал влог. Я пытался где-то что-то снимать, что-то где-то, ну все какими-то отрывками непонятными, короче, и вообще в этом влоге 3-4 дня, я не знаю сколько. Но как есть. Я учусь, я пытаюсь, я стараюсь. Стараюсь не забывать, что-то подснять где-то как-то. Потому что
иногда мне кажется, типа, что это скучно, зачем это снимать, типа, мы ходили по ТЦ, и что мне снимать ТЦ? Но с другой стороны, может быть, и нужно было бы, ну, как бы, какой-то движняк, не знаю. Если что, пишите в комментарии, чтобы я немножко тоже от вас отталкивался, от комментариев, и понимал, что как больше не снять, потому что я отталкиваюсь от того, что я смотрю иногда, и думаю о том, как это снять, но все равно все люди разные, и то, что я смотрю, там у людей другая жизнь, и как бы, короче, не хочу под кого-то, типа, подстраиваться, все равно хочу как бы снимать себя, как есть, что есть, но сложно оценивать себя со стороны, поэтому будет очень приятно услышать от вас какую-то реакцию, да. Под прошлым влогом у меня один комментарий, да, спасибо этому человеку, Катя, которая оставила мне комментарий. Ну и вообще, как бы, лайки, комментарии, подписывайтесь обязательно на этот канал. Я все-таки планирую дальше снимать и пытаюсь как-то найти, как, что, где можно помонтировать, потому что у меня только телефон и у нас есть ноутбук, но там вообще без вариантов, я буду монтировать 8 лет. Пока все делаю с телефона, у меня уже там просто память вообще просто пошла нахер, но я стараюсь. Поэтому давайте, подписывайтесь на мой инстаграм, туда я тоже снимаю, но хотя я заметил, что когда я снимаю на ютуб, типа, да, про инстаграм немножко забываю, и, короче, пока что непривычно, но я стараюсь, короче говоря, поэтому как-то так. В общем, спасибо, что смотрели этот влог, я надеюсь, он вообще будет такой нормальный, да, сделал... Не знаю, в начале видео, типа, такую вставку. Еще не совсем не закончил, но надеюсь, что в этом влоге она уже есть. И тоже пишите в комментарии, как вам еще понравилось, не понравилось. Я уже долго болтаю. Сейчас мы будем раздеваться, кушать, валяться, отдыхать. Завтра на работу. Все. Спасибо. Сердечки. Пока.